очередной съезд народных депутатов РСФСР. В день его открытия в Большом Кремлевском дворце впервые прозвучал государственный гимн Российской Федерации. В основе мелодии патриотическая песня Глинки. Борис Николаевич Ельцин во вступительной речи подчеркнул, что кризис в сельском хозяйстве ставит под угрозу само возрождение России. Это главный вопрос повестки дня. Верховный Совет РСФСР подготовил пакет документов, который составляет правовую основу аграрной реформы. Смысл реформы состоит в том, чтобы сделать хозяином земледельца, а не бюрократическую настройку. Возродить в России крестьянство, слой людей, которые своим трудом кормили бы республику. Документы, которые выносятся на ваше обсуждение, серьезно подготовлены.